Ну, поздравляю соперника с победой, конечно. Ребята, я считаю, что заслужили своей самоотдачей, своим желанием по самой игре, нашей игре. То есть о чем просили, как бы, ребят сегодня, они, в принципе, первый тайм вообще ничего не делали и не играли. С чем это связано, как будем думать, будем разбираться, потому что так играть безвольно, безобразно, я считаю, что это непозволительно. И это как бы прослеживается уже у нас на протяжении нескольких матчей. У нас перепады, хорошие матчи, качественные. И сейчас, видите, такой матч, вроде бы и поговорили во втором тайме, так вышли, правильно коллега заметил, что забили, 3-2 повели. И дальше моменты, которые мы создали при счете 3-2, 3 выхода 1 в 1, когда ворота пустые уже, и у нас мяч летит мимо, ну что это? Я как бы не могу сказать, наверное, это исполнительское мастерство. Где-то надо поставить корпус, чтобы тебя не толкнули, там, чтобы не забить. Где-то надо быстрее сработать, как Женя Мишарин показал, когда вышел и сразу же первым-вторым касанием пробросил, убрал по вратарем, пробил. Качественно сработали эти моменты. И как бы по этим всем моментам большие претензии сегодня к команде. Большие претензии. Это просто безобразие, сегодняшняя игра. Безобразие. Конечно, мы будем разговаривать, мы будем и разбираться. Это все наши как бы вместе. Но так в обороне, как играть, мы сегодня 4 мяча пропустили. Это просто подарки судьбы, которые мы дали. Это, ну так нельзя играть. Будем завтра стараться реабилитироваться, естественно. Нам больше другого выхода нет, играть на победу. Поэтому спасибо. Про Мишарина сказали.